Я слышал, ты в ОСБ собрался? После командировки. Разрешите? Первое боевое задание. Здорово, сержант. Ты что здесь делаешь? Я здесь живу. Тебе Юрка посылку передавал? Не помню. Лёх, ты должен не делать ничего, сюда тащиться из Юрьевска. Ну и сколько мы так будем? Не знаю. Убитый с той же винтовки, что лежала в гараже у Гамаева. Юр, меня допрашивали. Сказали, что нашли у Андрея твою зажигалку. Я пойду, прикинусь дурачком. Если он дома, наберу. И прикидываться не надо. У тебя 5 секунд. Ты что, мне не веришь? Поверил уже один раз. Вот вы ловите оборотни в погонах, так? А кто же вас-то ловить будет?